отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и сия Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Варсонофия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Богу прелюбимую страну нашу российскую, настоятеля братья и прихожан святого храма сего и вся православные христиане. Господи, сохрани их на многое. Мы приветствуем в вашем лице ваш ансамбль. Значит, это место называется Кеновий исторический. Исторический Кеновий, что такое? Это общежительный монастырь. Когда-то Петр I, император, подарил эту землю, несколько гектаров, тогдашнему Александро-Невскому монастырю, точнее, не было тогда лаврой. Вот. Но долгое время здесь было запустение. Запустение, ну, как бы город не развивался, это была все-таки окраина города. Вот, и потихоньку крестьяне начали использовать это бесхозное место для своих нужд. Ну, конечно, монастырь не мог этого допустить, и было задумано, чтобы здесь сделать сначала архиерейскую дачу загородную, а потом уже и было решение принято построить здесь такую Кеновий, небольшой монастырь, для того, чтобы монахи престарелые, все-таки в лавре монахи занимались окормлением флота, они ходили в походы морские, там, в Данию, там, ну, в Скандинавию, вот, но когда возраст приходил, и они не могли уже поставить здоровье, то их как бы списывали сюда, они здесь доживали свои дни спокойно, и здесь и кладбище Кеновийское появилось. И вот появилась такая мысль, что построить здесь храм в честь Святой Троицы. Перед этим был небольшой храмик в честь всех святых деревянный, а затем уже благотворители, братья Набилковы, решили построить эту такую большую каменную церковь. Не сразу это получилось. Один брат начал, второй брат продолжал уже потом. Этому храму получается 152 года. На улице, если мы потом выйдем, можем посмотреть еще два здания исторических. С той стороны здания монашеские кельи были, с той стороны здания покои тогдашнего митрополита Михаила. Mm-hmm. Вот, сейчас там проживают люди, но идет процесс о том, чтобы вернуть церкви эти здания, и будут там расположены дома паломников. Потому что множество паломников было в Санкт-Петербурге, а гостиниц подходящих именно для паломников нет. Светские гостиницы для паломников все-таки не очень подходят. Вот, поэтому вот идет работа над этим. Богослужение сейчас у нас происходит несколько раз в неделю. Суббота-воскресенье, когда нет поста, еще в среду и в пятницу. 4 раза получается. Ну или праздник какой-то выпадает, еще и праздник. А в основном у нас здесь, учитывая то, что кладбище находится, в основном у нас здесь бывает отпевание, панихиды, в общем, все, что связано с людьми, отошедшими уже в вечности. Это кладбище Кеновеевское, значит, было изначально для монашествующих, но потом было принято решение, чтобы был доход для монастыря. Решили часть земли, участок небольшой, для захоронения светских людей передать. Вот так и получилось, но потом наступили известные времена прошлого века, и сейчас там уже получилось, что там только светские люди похоронены, монашествующих нет там. Когда, значит, в 2015 году сюда пришел фонд, который решил восстановить это место, здесь было, знаете, как кубик такой. Кубик, срезанный купола, не поймешь, что это вообще. Но как бы по сводам, по окнам вот этим арочным, можно было догадаться, что здание, скорее всего, культовое какое-то. Вот. Но то, что храм, не было понятно. Здесь было, значит, мастерские были, здесь были склады, здесь было жилье. Одна женщина, свидетельница вот этих времен, она говорит, после войны мой супруг пошел по городу, тогдашнему Ленинграду, искать место, где жить. Пришел и говорит, я нашел место, комнату. Здесь, в этом здании, были вбиты рельсы, и получилось трехэтажное жилье. Перекрытия такие. Перекрытия, да, доски на них лежали. Вот. И люди жили, она говорит, мы жили, у нас комната была прямо возле этой иконы, где Бог явление. У нас была там комната большая. В алтаре был туалет.
Ну, ужасно было, ужасно все это было. Состояние страшное. Ужасно, конечно, было. Я этого не застал. Я здесь назначен в 18 году. Я приехал, а здесь, конечно, еще было строительство, так не очень спокойно было. Леса стояли, но уже вот этого, вот этой разрухи не было. Купола уже были. Я когда приехал, я так посмотрел на купола. Думаю, ну, как-то не соответствует. Такое убранство внутреннее, заметно было, размах, да, уровень. И купола какие-то из нержавейки как-то. Мне говорят, батюшка, это белое золото. Я говорю, понял. Ну да. Молчим, да. А почему, как бы я вам, это не секрет, я вам расскажу, почему здесь, значит, Алексей Борисович Миллер, известный человек, вот, он известен еще не широко известен в этом смысле, что он является таким вот благотворителем. Очень много добрых дел он делает для города родного, потому что он родился здесь. Вот. На этом кладбище у него похоронены родители. Там есть памятник Церетели. Вот. И Алексей Борисович увидел это все, и это было его желанием восстановить, как было. Стали искать фотографии, стали очевидцев поднимать. Комитет по, Государственный комитет по охране памятников, да, обратились. Все было очень непросто. Очень много согласований различных, но видно результат. Результат видно, что... И он поражает. Да. Результат поражает. Мы видим такое благолепие. Да, он раз в год приезжает сам лично. 14 октября, у него такая у него как бы традиция. Он приезжает к родителям на могилу, обязательно заходит в храм, спрашивает, какие проблемы. Вот последний раз он был, он так повернулся неожиданно. Батюшка, ну чем-то помочь? Я, знаете, дар речи, как говорится, еще не потерял. Знал бы, я бы написал. Но благо тут была матушка, которая занимается воскресной школой, говорю, вот ей помогите там. И он говорит, все, пусть список дает. И они воскресную школу помогли организовать. Ну, слава Богу. И так дальше они продолжают. Так и продолжают. Как бы вот Смольный, он хочет очень сделать там колокольню, которая есть в макете, есть в проектах, но ее не было никогда. Ну, там были какие-то исторические причины, войны какие-то бесконечные там в России были. И не было построено до колокольня. Потом на Синопской набережной хочет построить храм Бориса и Глеба, который был, в советское время был снесен. Дай Бог ему помощи, конечно. Да, вот такие вещи по стране, там, в Астрахани, на Дальнем Востоке где-то он такие вот, ну, как-то так получается, ему попадается это на пути, он принимает решение, он устанавливает эти вещи. Вот, ну, так вот, здесь, значит, были похоронены и монашествующие, но утрачено все. Во-первых, надгробных плит, вот, там вот за алтарем один камень надгробный, нашли его, когда здесь готовили вот эту всю площадь вокруг храма под брусчатку. Выкапывали грунт, выравнивали, отсыпали брусчатку. И экскаватор зацепился за валун, за гранитный. И потом вытащил его, оказалась там надпись. Вот она там стоит, на нее крест поставили. Иеромонах Паисий, мой коллега. Я настоятель, ну, современное название. В то время это название, должность была смотритель. Смотритель Кеновии. Исторически это место принадлежало Александру Невской, да, лавре сейчас. Да. Тогда Александру Невскому монастырю. Да, да. Принадлежало. Слава Богу, что возрождаются, возвращаются в церковь все храмы и все. Да, как бы такой процесс идет, слава Богу, что да. Спасибо, батюшка, что приняли, что вот мы сегодня здесь записали псалом. Конечно, благолепие поражает. Очень красиво, очень светло, очень воздушно. Видно, что все сделано с таким умом и с таким чутким сердцем. Дай Бог. Спасибо большое. Благодарю вас.